Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Yarn Today Rogue. В общем так, мне сказали, что поменяй-ка, Рэй, ты свою пушечку вот эту вот на снайперку. И я сравнил, друзья мои, кое-какие параметры, смотрите внимательно. У нас первого уровня снайперка дает атаки плюс 40, да? Плюс 40, запомнил. Редкий револьвер дает атаку плюс 30. Но у него бонусный урон по средней дистанции идет. Это ладно, бог с ним. И здесь идет 34. То есть получается, что снайперка на 6 единиц больше наносит урона. Да, правда, без бонусов, в отличие от револьвера. И револьвер проигрывает на 10 единиц урона. Поэтому, наверное, мы возьмем с тобой снайперку. Но для этого нам надо что сделать? Вот это вот разобрать. Все. Берем снайперку. Ой, не то. И начинаем ее просто апгрейдить. Все, апгрейдили. 154, ребят. 154 идет к урону. Единственный вопрос, что если у нас, конечно, получится прокачать нашу пушку вот эту вот. Так, что там за объединение у нас? Ага, понял. Глушитель. Глушитель зеленый. Замшелый глушитель. Ну, я, естественно, его ставить не буду, ребят. Что он там нам дает? Атака 10 и атаки плюс 5. Но он 100%, ребят, будет проигрывать тому же самому нашей обойме. Тут у нас к тому же и скорострельность плюс 10% идет, как ни крути. Так что будем сейчас юзать снайперку. Смотреть, ребят, что у нас вообще получится из этого. Так. Ну что, выбираем с тобой этот уровень. И... Так, я, блин, правда, не посмотрел. Ё-моё. Награды не посмотрел. Обычно я перед роликом забираю баксы и голду. Ладно, фиг с ним. Давай смотреть, какие у нас ежедневки сегодня. Их должно быть много. Уровень 26 звезд. Друзья мои, нам нужно заработать, чтобы подняться. Так, убей 25 врагов за один забег, собери 30 грибов. И что? Блин, не успел. Что там еще за задание дали мне? И пробеги 3000 футов. Ну, правда, мне такое что-то сейчас ощущение возникло, что она медленная, нет? Или это просто показалось, друзья мои? Грибы. Так, нам нужно грибы было собрать, я помню. Ну, давай аккумулятор возьмем. Так, секундочку, еще раз посмотрю по заданиям. Так, 25 врагов, грибов и футы пробежать. Да, все. То есть, остальное мы на свой выбор, друзья мои, собираем. Еще грибы. Так, подожди, я тут не пропустил. Нет, тут никаких грибов больше. Ну, снайперка есть снайперка. Я говорю, я, в принципе, ребята, заберу бонусы все эти в конце ролика. Я уже там за кадром соберу. 2700 баксов нам нужно. У меня только лишь 600 пока. Слушай, подожди, что-то у меня такое ощущение, что снайперка, она убивает, если точное попадание делает. По-моему. Или она все-таки промахивается порой. Ну-ка. Пока что-то не могу врубиться, если честно. Не совсем пока понимаю. Давай баскетбол возьмем. Эй. Подожди, почему так долго-то?
Это же просто первый босс первого этапа. Почему мы так с ним долго возюкаемся? Не понял, я нифига. Вот если бы мне дали бы вот эту вот сейчас плазму, было бы прикольно. Мы бы могли бы сегодня до редкого уровня прокачать. Но видишь, пока не судьба. Не выпала она нам. Так, он, наверное, грибы-то уже сожрал, нет? Нет, два гриба еще осталось и футы пробежать. Все, по грибам сделали, ребят, задание. Давай, бур. По грибам задание сделали. Не обязательно их собирать уже. Щеголяем. Куда, 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 куда? Бомжи. Бежите. Опа-на, поварап. Блин, всего лишь один. Один всего лишь. Который дает просто усиление яблока, да? Ого! Нормально так, приколюха. Как, ребята, выходной быстро пролетает, а? Я вам скажу. Вот сегодня у меня короткий выходной, блин. Пока проснулся, пока тоси 50. Уже 5 часов вечера, блин. Завтра уже на работу в ночь идти. А 8 числа еще и на комиссию, на медкомиссию идти. Тоже выходной запарывается у меня, блин. Так, сапоги взяли. Получается, не длинный выходной, а короткий. Потому что полдня я в этой больнице просижу. Еще неизвестно, пройду ли я ее вообще. Комиссию эту. Хватит ли у меня здоровья? Годный ли я? Уже как дед старый. Да иди ты. Давай возьмем с тобой плакат. Так, я, насколько я понимаю, я еще не пробежал, да? Там сколько? 75 тысяч футов. То есть мне нужно двигаться, да? Двигаться, бегать. Блин, 3 тысячи. 75 тысяч. 3 тысячи, ребята. Лишь только пробежал. Эх-хе-хе. И все равно по привычке бегу за этими грибами, ребят. Так, 27-я комната. Еще 3 комнаты и уровень пройден. Ну вот как вам, ребята, снайперка? Норм? Мне почему-то кажется, что она как-то... Пока... Прицелиться. Может быть, конечно, и стоит так же было, но... Как будто она медленная какая-то. Ну, давай двойной магазин. О, босс. Все равно в голову задел, а? Я что-то не пойму. Первого босса мы с тобой так долго бомбим. Хотя атака у снайперки, еще раз, ребят, лучше. Лучше. Допустим. Так, подожди, а что у нас тут на улучшение? Ага. Броня. Так, ну что, нам надо, наверное, посмотреть будет
ролик, чтобы получить дополнительное задание. Так, получить урон или нанести? Получить. Окей, ладно. Ну дай аккумулятор мне. Нет, дает мне бур. Да. То ли пуля слишком маленькая. У плазмы вроде бы как она побольше. Не знаю, что-то. Или просто я, вот знаешь, как это, дают тебе что-то новенькое. И ты не понимаешь, то оно или не то. Но по поводу урона, мне кажется, мне придется брать нормальный уровень. И там мы с тобой получим урон, который мы хотим. Потому что здесь я вряд ли на получаю. Хотя, если прыгать прям на них, прям целенаправленно. Ядерные отходы возьмем. Так, давай так сделаем. Давай, толкай меня. Пять единиц урона всего лишь получаю я. Но это не годится никуда, ребят. Так, окей. Ой. Просто стою на месте, чтобы получить то нужное количество урона. Так, ну, фейерверк. Окей. Со всех сторон там. Так, два. Топтаться по мертвым. И скорострельность увеличивается. Замечательно. Так, что ты там? Давай, под взрывы. Под взрывы. Не успел нифига сделать, ребят. Думал, сейчас стану под взрыв, чтобы мне нанесло как можно больше урона. А нифига не получилось. Не успел я просто это сделать. Ладно. Крысы, бомбите по мне. Но я зато пробежал сколько там, 3000 футов. Жестко, лихо, быстро очень. Просто такая кабала. Давай, босс, бомби по мне. Фигня какая-то, не босс. Ну давай о чем-нибудь. Ну, сапоги. Лучше бы мне, конечно, давали бы белые предметы. Почему, ребята, это хорошо? Мы бы с тобой могли бы быстрее прокачивать шмотки на зеленые, а потом, соответственно, их объединять уже в синий. Ну а про синий шмот ты сам понимаешь, да? Что мне надо будет для этого. Что мне для этого нужно будет? Дофига сделать апгрейдов. Может быть даже это и... Может быть это даже и нереально сделать. Ну я имею в виду своими силами получить эпический шмот. У нас эпический шмот это последний? Или все-таки здесь есть какой-то голдовый? Ну я имею в виду фиолка это последняя? Или есть голда? Я просто не представляю, сколько, чтобы получить голду шмот, сколько нам понадобится. Да, взорви меня. Че, еще урона до сих пор? Ну-ка. Пипец. Аккумулятор еще нужен. А его почему-то мне не дают.
Ну-ка, один пауэрап. Враги горят дольше. Нет, сейчас по поводу урона, ребят, сунемся в этот в хардовый уровень. Давай, босс, пинай по мне. Я специально встал, чтобы он мне нанес урон. Но нет. Но, тем не менее, мы с тобой два задания выполнили там, верно? Сейчас получим еще два. Я обманул, одно задание выполнили. Так, зачистите 6 комнат за 2 минуты за один забег. 6 комнат. За один забег. Это как-то жестко. Но я попробую. Так, бабку мы играли, этого мы играли. Пойдем вначале урона получаем. Сейчас будет мне тут райская ночка. Бутылка воды. Они там отскакивают. Давай это возьмем. Так, что нам там дали? Снижение урона. Давай, иди сюда. Да. Попробуй тут пройди. За 2 минуты, конечно. Двойной магазин. Да, по-моему, медленно как-то он строчит, ребят. Баскетбол. Но поджигает врагов вокруг себя. Пускай будет такое. Я, ребят, здесь не буду ничего брать на улучшение. Моя цель здесь — получать урона. Тьмущую. И это у нас очень хорошо получается. Урона на получать. Если выбирать поджигать зомби вокруг себя или просто горячие зомби, конечно, лучше выбирать просто горячие зомби, чем вот это вот. Да ладно, ты хочешь сказать, что я успел зачистить комнаты? Не верю. За 2 минуты? Ну, готово. И-хо-хо! Так, там бегун Соплюн был у нас, да? Опа! И главное, бомбанул по мне еще успел, а? Бензин? Подожди, очень интересно. Неужели я еще... Странно.
Вроде столько урона она получал. И все равно как-то... Тихо. Где это там, придурочный? Ага, что захотел? Что там разложился? Он лежит там, смотри, на зомби внизу. Кайфует. Вот тебе и урон. По 7 единиц, ребята. Это фигня полная. Согласись. Увеличивает урон с каждым убийством. Ничего не вижу, никакого урона. А, у нас была коса, это увеличивает скорость. А здесь тоже, ребята, накопительная фигня идет. Видишь, копится. Ну, видишь, процентовку там не говорят, сколько ты будешь наносить урона. Там просто написано, будешь наносить урон. Сколько, чего? Без понятия. Давай тайзер возьмем. Это не электрошок, конечно, но пускай будет тайзер. Ну, конечно же. Какой... Оп, с подтишка. Нормальная тактика. Давай, наверное, возьму лечение здесь. Стою, видел же, что летит. Фуфло это в меня. Твою налево, это с бочкой Кикимора еще тут. Ё-моё. Еще и под бочку прыгнул. Так, его разбомбили. Иди сюда. Ну, давай так сделаем. Враги горят дольше, да? Фигня эти. Фигня это, что вы мне дали. Хе-хе-хе. Я как этот тарзанчик. Туда-сюда, туда-сюда. Прыгаю. Этих здоровья ни шиша нету. Блин, да вольнит дрон этот, вольнули. Ну где это там хмырь? 39, ребят, убийств. Я не знаю, как... Какое соотношение по умножению и тут идет? Ой. И ведь все равно же кто-то попал. Она что ли моментально стреляет? Не пойму я. Да. Не стал там воскрешаться, ребята, это бесполезно. Все равно дальше не пройду.
Ну. А урон так и не получил. Такс, окей. Так, друзья мои, ну что, вот еще один у нас. Хотел сказать уровень, еще одно задание. Смотри, у нас здесь аккумулятор и здесь. Два задания с аккумулятором связаны. Где его взять-то лучше? Давай попробуем здесь на бабки. Может быть, нам улыбнется фортуна и дадут нам аккумулятор. Хотя, мне кажется, маловероятно это все. Давай вот это вот. Ну, водичка. Жабы. Аккумулятор дайте мне. Нет. Рерола нету здесь, чтобы перевыбрать, да? Ну, не нравится, например, выбор этот. Почему я не могу сделать рерол, чтобы получить то, что мне нужно? Бабка, не плюйся. Лохмандейка. Да не то все. Но... Блин, все что угодно. Тайзер, фигайзер, блин. Но только не то, что мне надо. Что-то мне есть захотелось, ребята. Ох, как в животе заурчало. Ох, сейчас как гречишки-то с курочкой. Навернул. От души. Ну и кто там еще остался-то? Все? Но, тем не менее, ребята, если мы сегодня все эти задания выполним, мы получим довольно неплохое количество звезд. Понимаешь? Давай, наверное, вот это вот. Скорость после убийства. А, я жабу не увидел. Сзади жаба бомбит. Прыгающий зомби. Да господи, ну. Опа, 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 опа. А хотя, что я прыгаю? Мне бы надо, наоборот, урон-то получать. Жаба, ты на мне повисла? Не? Просто было похоже, то, что она как висит там на мне. Так вот, за кадром, если играть, ребята, я бы смотрел бы все видеоролики, потому что... Ой, все рекламы, потому что мне бы... Голдишка бы совсем не помешала бы, если мы хотим с собой быстро накопить именно на эпик сундук, то нам нужно даже 10 голды, ребята, это уже хорошо. Когда получаешь. Вообще, да нифига там зомби. Сам же говорю, получать урон и прыгаю в этот момент. Кинетический мусор. Угу. Готовенько. Так, что у нас тут? Критовка. Иди ты там. Да блин, ну что аккумулятор-то не даете мне? У меня два задания, связанных с аккумулятором. А, так, слушай, этот щит получается что? Он даже зомбарям не дает ударить меня, получается так? Мне же не показалось. Да нет, не должно мне показаться. Ну, жги меня там. Лазерная пушка, мне надо получить урон. Есть. Все, друзья мои. Урон я получил.
сколько там нужно было. Теперь дело за малым и в то же время за большим. Смотри, тут 20-ка, 10, нормально. Но если, опять же, если будут давать голду, они могут, ребят, и золото. Хотя и золото тоже пригодилось бы. Все, урон можно не получать. Теперь только ждайте, надеяться, что мне выпадет. Да если он даже уже выпадет, ребята, мне не хватит нанести урона им. Наверное, так. Ну, на тебя вся надежда. А он грибы мне подсовывает. А он мне подсовывает грибы. Давай, шанс крит. Сколько там комнат осталось, кстати, не посмотрел. 4 комнаты еще осталось. Ну и, в принципе, все. Так, давай. Я могу понять, почему не отлетает? Это свойство снайперской винтовки? А отбрасывать противника? Мне кажется, что да. Она просто как бы отталкивает их. Да. Так, что у нас тут? Да ядрен ты, Матрена, а? Да, этот босс-паук. Фигня полная. Мы уже знаем. Пару выстрелов и готов, парень. Сдулся на работе. Маловато, конечно, наград, но это лучше, чем ничего. Блин, еще даже есть одна, ребята, рекламочка. Смотри, нам еще остается 16 звезд получить. Вот так вот. Так, у нас получается... И это все? У меня вся машина апгрейдена. Слушай, а ты, кстати, не заметил, что нам не дают детали вот на эту тачку? Причем давно не дают. Так, ладно, аккумулятор надо. Попробуем, ребята, в быстром режимчике найти. Но для этого нам что? Нам надо будет посмотреть сейчас рекламу. Точнее, посмотрю ее я. Так, ребят, 24 комнаты пройти, не получив урона. Не зря, значит, я, получается, выбрал эту миссию. Потому что я думаю, что мне здесь удастся пройти эту комнату, не получив урона. Где аккумулятор твой налево? Где аккумулятор, я вас спрашиваю? Все что угодно, а? Ну ты посмотри на них. Все не то. А это как назло игра делает. Жидкий азот. На, говорит, тебе жидкого азотика. Ну, аккумулятор, слушай, он и так, в принципе, ребят, не очень часто выпадает. Будем честны. А уж тем более, когда на задание он нужен. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ну да, когда он нужен, тебе вообще его
Вряд ли когда-нибудь дадут. Шлем. Я уже устал ждать, ребят, когда мне дадут. Если дадут вообще. Опа, урон получил. Это уже не зачет. Нет. Нет, нет, и еще раз нет. Шанс крит 10%. Ну куда вы разбросали своим фуфлыжничеством этим? Есть! Но он под конец выпал, друзья мои. Он выпал... А, ну у нас еще, в принципе, 11 комнат. И у нас, кстати, не было задания, чтобы я там сделал... Или там было 20 комнат. За один забег! Давай еще одну молнию возьмем. Плюс еще и баскетбол. Завязывай давай, дядя, не балуйся. Свистит он там, не свисту. Ну, давай, наверное, адреналин возьмем. Так, ну здесь понятно. Возьмем скорость атаки. Так что, ребятушки, пишите ваше мнение по поводу снайперской винтовки. Что вам она? Угодила или нет? Че, сразу два задания? Молодца. Да что ты будешь делать-то, корявый? То есть, получается, все три задания выполнили, да? Ну, значит, нам и париться не стоит. Там 6 звезд, а нам надо было сколько? 16. Я думаю, в следующей серии мы свой проапаемся, причем даже неплохо проапаемся. На целый уровень. Здорово, жарабас. Прыщавый есть. На, еще нас, главное, этой слизью облило. Вот сейчас мы с тобой заберем награды. Заберем же. Подожди, убей 10 врагов с установленным аккумулятором. Так я же убил. С установленным аккумулятором. Странно как-то, ребят. Но ведь я же убил же зомби со встроенным аккумулятором. Чё им не нравится-то? Никак не могу понять. У меня тут все по максималке, да? Слушай, а мы с тобой полностью проехали трассу или нет? Полностью получается. Вот тут где-то... А, вот. Тут я добрал монету. Где-то еще вот сейчас мы проедем.
Там надо будет, я не знаю, наверное, скорость снизить. И посмотреть очень внимательно, где она находится. Награда. Ну, явно не внизу здесь. Где-то... Вот где тут находится награда, ребят? Значит, где-то на верхних этажах. Уходит так. Основное все ее скопление идет прямо на финише. Там, ребят, дичайшее скопление должно быть. Вот первое, где вот тут вот? Я вот, например, не вижу. Внизу, да? Это все было внизу. На нижнем этаже. Но чтобы тут каждый забрать, блин. Это офигеть, сколько нужно чего. Так, друзья мои, ну что, я, наверное, предлагаю на сегодня закончить наш забег. В следующей серии мы постараемся с тобой набить 11 звездочек и при этом получить 17 уровень. А я пока за кадром пойду, ребят, смотреть ролики, чтобы у нас были доллары и немножко копилась голда. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.